В Азово 2 сентября определился обладатель Кубка губернатора Омской области по футболу 2018 года. В решающем матче сошлись городская команда «Ютон» и сельские футболисты из Азовского района. Честно говоря, горд и рад за то, что наши футболисты прошли в финал. Это говорит о том, что спорт в районе – это неотъемлемая, ежедневная работа. Не просто так это получается, тем более по футболу. Спортсмены района участвуют абсолютно во всех соревнованиях, добиваются неплохих результатов. Хотелось бы лучшего, конечно, всегда, но то, что мы можем, то мы делаем. Оба коллектива подошли к матчу, не проиграв за весь турнир ни одной встречи. Финальный поединок получился упорным. Это подтверждали цифры – 0-0 к исходу первого тайма. Во втором выход 1-1 ютоновцев в штрафной площади недозволенным приемом прервал Степан Даниленко, за что был удален с поля. Пенальти успешно реализовал Александр Долгов. Азовчане самоотверженно старались уйти от поражения и атаковали в меньшинстве. Результат – заработанный пенальти. Удар капитана хозяев Харитонова вратарь отразил, но на добивание Николай довел дело до конца. 1-1. Основное время закончилось в ничью, а в серии пенальти успех был на стороне «Ютона» – 4-3. Таким образом, горожане установили абсолютный рекорд соревнований, выиграв 6 трофеев, причем подряд. Игра равная была абсолютно. Первый тайм 0-0. Во втором тайме гол забили, игрока удалили. По идее, все должно было сложиться в нашу пользу, еще забивать. Но мы, к сожалению, пропустили, и поэтому такая нервная концовка получилась. Ну, слава богу, по пенальти нам повезло. Соперники достойны. С этой командой уже не раз встречались, как в первенстве города, так и в различных других соревнованиях. Постоянно как бы соперничаем, то бывает, они нас обыгрывают, мы их обыгрываем, как бы постоянно такое соперничество хорошее идет. Поэтому на эту игру, соответственно, конечно, готовились, знали этого соперника и готовились к нему. Ну вот, как получилось, так получилось. Очень так достойно, как бы и команды играли, и восприятие болельщиков такое было очень живое, нормальное. Прямо, ну, финал, настоящий такой хороший боевой финал.